Он их собрался только что. Нет, давно. Держи. А можно справа? Ну, в другую сторону. Переложи. Там запутаешь? Нет. Там какой-то телефон. Какой телефон? Алло, да. Не-не, так и должно быть. Вот так. Поднимется, так все поднимется, будет удобно. Там все будет по-другому. Она уже работает? Да, конечно. Ничего нажимать не надо? Ничего не надо нажимать. Улыбаться надо. Бог ты мне. Так, я не понял, что это назад растянуть. Если сильно подует, то тебе нужно подержать бы сильнее, чтобы наслаждаться темнее. А, ну то есть все равно как бы в том направлении вас держать. А, ну... Я боюсь, я не хочу. Так начинается. Поздно уже, все. Заплачивай. Отвезите меня домой. Сейчас отвезем домой, до Тбилиси. Это она на камеру играет. А, это... Актерское мастерство. Очень страшно. Там же вообще ни хрена нет. Там же нет горки. Они все летят и летят. И летят, и летят. Бля, на камеру не надо, маме надо будет показывать как бы. Запикаем, запикаем. За отдельные деньги. Да ладно. Там вот смотри, ребята, ну полетели в другую сторону. А я вот так не наклонюсь вперед? Нет, все будет замечательно. Вообще тебе желательно даже самой наклониться вперед. Нафига. Ну сейчас надо будет бежать. То есть бежать, бежать, бежать. Обычно все назад наклоняют. Чужого мужчины. Пока муж не видит, да. Ничего, я буду толкать. Я не хотел. Не, главное бежать. Бежать до последнего. То есть бежать, бежать, бежать. Саша не успел даже шагнуть, он полетел, блин. Ну там ветер был немного другой. Меняется ситуация. А что же они сопротивлялись прилично? Ну да, они вообще практически с места стартанули. Ну, поднялся и побежал. Ну, нам... сейчас если подует, то стало себе. Я бы не хотела туда бежать, я хотела бы подняться. Конечно. И полететь. Так и будет. Сейчас мы сели подождем, или ничего? Ну, там прям как будто лед блестит. Так оно стает, поэтому что-то не такое. Ну, в принципе, лед и есть. Ну да, мы сейчас видим, как корка. А все, они улетели уже. Все. Бежали, наверное. Они там еще летают. Сейчас будете догонять их. Угу. Это реально? Ну, конечно, реально. Догнать их? Они же уже совсем далеко. Ну, они же там летают, они же не падают. Это же не парашют, они же там порядка. Как бы. А чтобы спускаться, что нужно сделать? Надо что-то наклонить? Я все сделаю. Да, это пилот будет. Вам не надо ничего наклонять. Надо очень сильно испугаться. Ручночки, надеюсь, не слетят. Не слетят. Ну сколько же можно ждать? Все страшнее и страшнее. Надо было бухнуть. Обязательно. А вы не бухнули? Да, все, делаем. Распаковывается, все. Мы думали, вы серьезно настроены, а вы как-то. Так, ну ты мне позвонишь или я так понял ехать уже, раз я Саша туда пошел? Да, ну раз он туда, я тоже туда полечу. Я еще на полечу. Сашу взяли. Так, готовься. Все, и бежим до последнего. Уже бежать? Да. Ой! Давай. А-а-а!